Здорово! Сегодня последний день торговой недели, и мы подводим итоги конкурсов. Вы смотрите «Звезды комьюнити» на Дукаскопе ТВ. С вами я, Дарья Владыченко. Опубликованы итоги конкурсов технического анализа, и мы поздравляем победителей. Первое место занимает участник под ником Майка Фикс из Испании, и он выигрывает $2500. Желаем ему дальнейших побед и успехов в торговле. Следом за ним на второй строчке рейтинговой таблицы трейдер Daytrader 21 из Румынии. Его приз в этом месяце $1500. Так держать! И заключает тройку победителей конкурса технического анализа участник из Индии Трудай 84. И он получает $840. Делайте наиболее точный технический анализ и выигрывайте каждый месяц только на dukascope.com. А наши азартные трейдеры продолжают выигрывать деньги в Dukascope покере. Победители турнира Гран-при уже совсем скоро будут награждены своими призами. На первом месте с призом в $1500 трейдер из Чехии под ником Харакирикс. Поздравляем и желаем только побед! На втором месте игрок под ником PIS1984 из России. Он выигрывает $1000. И на третьем месте Спекула Эргосум. Он получает $700. Хватит смотреть, как выигрывают другие. Играйте в покер бесплатно. Выигрывайте по-настоящему только на dukascope.com. А наши претендентки на титул Мисс Dukascope 2015 получили новое задание, которое покажет, насколько доброе у наших девушек сердце. Более подробно ознакомиться с заданием и ответами красавиц вы можете на страничке конкурса. Торговля может быть веселой и социальной только на dukascope.com.